Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, сегодня у нас на обзоре монета из серии «Планеты и боги» под названием «Сатурн». Давайте рассмотрим техническую характеристику. Страна – Камерун. Год выпуска – 2021. Номинальная стоимость – 3000 франков. Металл, из которого изготовлена монета – серебро 999 пробы. Масса 93,3 грамма, диаметр 55 миллиметров, античная отделка, тираж 500 экземпляров, горельеф, цифровая печать. Перед вами на ваших экранах невероятная монета из серии «Планеты и боги». Монета посвящена шестой планете от Солнца, обладающей самыми большими планетарными кольцами в Солнечной системе – Сатурн. Сатурн издревле был известен человечеству благодаря своей яркости и близости к Земле. Сатурн носит свое имя в честь римского бога богатства, земледелия и времени, который является эквивалентом греческого бога времени Кронос. Из-за медленного обращения планеты вокруг Солнца она ассоциировалась со временем, а из-за своего золотого сияния она также ассоциируется с богатством. Именно поэтому на монете изображен мудрый бог с косой в одной руке и положивший другую руку на песочные часы. Фон монеты окрашен в коричневато-желтый цвет, соответствующий цвету планеты, что создает интересный контраст с горельефным изображением бога Сатурна. Красивая монета, изображающая планету с кольцами. Монетный двор Mint-21 является производителем серебряных монет с высокой художественной и тематической ценностью, выпущенных крайне ограниченным тиражом. Команда профессионалов, базирующаяся в Восточной Европе, уделяет большое внимание каждой детали, поэтому тщательно комбинируются драгоценные металлы, драгоценные камни, кристаллы Сваровски и различные техники для печати создания уникальных монет. Монетный двор Mint-21 имеет более чем 10-летний опыт разработки и производства серебряных коллекционных монет.